Она нашла его. Отлично, что я тебя встретила. Не надо. Он нашел ее. Порнофутуризм – это будущее российского кино. Давай сделаем это на шубе. Она нашла ее. Что ты здесь делаешь, корова, в моем белье? Хотя он нашел его. В шубе ходишь, тварь. Пока русские с голоду пухнут, уничтожу. Хочешь, возьми ее? А, вот, они нашли их. А у вас номера для животных есть? Ага, вспомнил. Он его не нашел. Авантюрную комедию «Мечтать не вредно» с 18 августа во всех кинотеатрах страны.